Габриэла спешит показать свою новую квартиру лучшей подруге. С Викторией они дружат уже 6 лет. Смотри, смотри, какие хорошие. Не квартира, а мечта. Интересное совпадение. Именно так и называется новенькая плита, которая ждет хозяйку. Габриэла уже все распланировала, как отделить кухню от гостиной, куда поставить комод, повесить картины. Одним словом, приятные хлопоты. Как тебе моя хата? Во-первых, впечатление серьезное. Думала, будет хуже. Так очень. Именно все новенькое такое классное. Вика рада за подругу. Теперь у Габриэлы есть свой дом. Еще 5 детей-сирот получили в этот день ключи от своего нового жилья. Дети, получая ключи от собственной квартиры, могут, уезжая из администрации, ехать домой и там уже оставаться. То есть все для того, чтобы они жили благополучно и счастливо там есть. Им остается только, соответственно, подрастать, заводить свои семьи, рожать детей и обустраивать уже свой этот семейный быт. За время действия программы предоставлено уже 99 квартир. В этом году запланировано вручить ключи еще 30, 15 из них в Звенигороде. Это хорошее подспорье для детей, оставшихся без попечения родителей. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».